Как мы книги подаем? Кому это интересно? Что, вообще книги не читают? Читают вообще, и нас, и воруют, и нас гоняют. А кто ворует? Ворует, подойдет и возьмет. Это такая большая любовь книга? А мы ничего не можем сделать. Ничего. Провожаем печальный взгляд. Ну, нужно радоваться, что книги читает, хоть так. Ну, так, это же мои деньги. Он взял и понес. Смеется, смотри. Да нет, я на микрофон, а потом я... Ты это... записываешь, да, что я говорю? В микрофон, да, потом я буду это... готовить интервью. Надо при копейке, с кукомелька, с коньячком. С коньячком? Женщина. А вот разве это Катя, Катя разве не женщина? Да, женщина. У вас же одна большая книга «Любовь». Книг много у тебя? Что-нибудь интересное есть? Ну вон, моя вторая. Вторая, да. А это Катина? У нее тоже хорошая. Ну книги, а что толку? Ну а в перспективе, как ты думаешь? Не, а потом я буду... А что потом? Скажи, что все жопа. От себя скажи. Ладно.